исполнилось 15 лет со дня победы над немецко-фашистскими войсками под Сталинградом. Сегодня здесь вновь встретились герои легендарной битвы. У дома, где был пленен штаб гитлеровских войск, вы видите генералов Шумилова и Родимцева. Делегации многих городов возложили венки к памятнику на площади павших борцов. Более 20 тысяч человек пришли на Мамаев курган. Здесь происходили самые кровопролитные бои. Участники Сталинградского сражения маршала Еременко и Чуйков. На Мамаевом кургане будет воздвигнут монумент в память о героях Сталинграда, которых чтит все человечество.